Афгана Высоцкий не дожил. Я полгода в расчет не беру. Он сказал бы, за что же мы все же столько лет прикрывали дыру. Мы так долго во всем разбирались, нам хотелось о многом сказать. Жаль, с Володей мы попрощались, он не стал бы так долго молчать. Не умел он в себе затаиться, его душу не сковывал плен. Он не смог бы в толпе раствориться, выжидая ветров перемен. Если б знал он хотя половину, он кричал бы весь разговор. Только смерть была выстрелом в спину, или даже скорее в упор. На могиле всегда будет людно, боль утраты ничем не стереть. Если б знал он, как будет нам трудно, он, казалось, не смог умереть. Его голос нас всюду тревожит. Он не знал об афганской войне, только он ее все-таки прожил. Или это лишь кажется мне? Нет, не кажется, разве не был он вместе с нами, когда мы ползли, напрягая все нервные жилы, оттолкнувшись от нашей земли. Он вчера не вернулся из боя, нам и места в землянке хватало вполне. Эти строки нас вновь беспокоят, это было в афганской войне. Жизнь оставит немало отметин, мы нередко встречали оскал. Но Высоцкий давно бы ответил тем, кто нас в Афган не посылал. Он с годами нам будет дороже, голос правды с родной крепотой. Кто сказал, что Высоцкий не дожил, что Высоцкий не дожил? С его песней ходили мы в бой.